Всероссийская акция «100 баллов для победы» проходит во всех регионах страны. На этот раз посвящена году волонтера в России. В Щелковском районе акция проходит впервые. Сдать ЕГЭ на 100 баллов сложно, но возможно, и они это доказали. А сегодня делится секретом успеха формулой успешной сдачи единого государственного экзамена. Выпускники Щелковской гимназии, стабальники и, конечно же, преподаватели, без которых они бы и не достигли таких высоких результатов, дают мастер-классы 11-классникам по русскому, английскому языку, химии, истории, географии. Акция проходит в рамках партийного проекта «Единой России. Новая школа». Партийный проект «Новая школа», он на всех уровнях, на региональном, на федеральном и на местном, на муниципальном уровне, позволяет членам партии, тем, кто участвует в реализации этого проекта, контролировать, как проходят изменения в нашем образовании, школьном образовании, участвовать в различных мероприятиях, самим организовывать мероприятия для того, чтобы информировать население, для того, чтобы, изучая то, что происходит, может быть, выносить какие-то законодательные инициативы в дальнейшем. Вот. Поэтому, этот проект, который называется «100 баллов для победы», это, конечно, такая новая акция. Дети, которые серьезные и очень одухотворенно сидят с раскрытыми широко глазами и рассказывают о том, что куда они хотят поступить, чем они хотят заниматься. Это очень здорово. Значит, школа достигла самого главного. Она зародила интерес к знаниям, без которого серьезный специалист, серьезное дело никогда не получится. Гар Саркисян окончила Щелковскую гимназию в 2015 году. С выбором будущей профессии определилась в старших классах. Решила стать учителем. 100 баллов по русскому языку помогли беспрепятственно поступить в Московский областной государственный университет. Нужно систематично заниматься, нужно делать это не просто для галочки, не просто для оценки. Уже ближе к концу 10 класса пришло озарение, можно сказать. Так, хочу быть учителем, свет знаний нести, быть инженером душ человеческих. Почувствовала, что мое, и решила остановиться на иностранных языках. Всегда получалось, всегда нравилось. Щелковская гимназия не случайно выбрана площадкой проведения акции. За время существования единого государственного экзамена учреждение подготовило 17 стобальников. В прошлом году трое выпускников достигли высочайших показателей по ЕГЭ. По качеству образования Щелковская гимназия в декабре 2017 года была награждена дипломом как школа лучшего качества Подмосковья. Хочется отметить, что на сегодняшний день, 2018 год, стал также успешным для нас, поскольку уже сегодня мы гордимся нашими призерами, победителем всероссийского заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это история, литература, это французский язык и, конечно, победитель по немецкому языку. К единому государственному экзамену школьники готовятся с особой ответственностью. По окончании мастер-классов каждый из выпускников 2018 года мог задать интересующий вопрос тем, кто успешно прошел испытания проверки знаний. Акция, мне кажется, очень важна ученикам, которые учатся в 11 классе, встретить того, кто сдал экзамен на 100 баллов, к чему ты стремишься, и узнать о том, как они через это прошли. Когда ты видишь живую тех людей, которые сдали на 100 баллов, ты понимаешь, что это вполне себе реально. И то, что я почерпнула для себя, это, скорее всего, уверенность в том, что это возможно. Анна Бальет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».